Я уже не могу сидеть в этой тюряге. За что Фиалка и Нубик нас сюда посадили, блин? Согласен, я тоже уже не могу. У меня уже крыша поедет. Я реально с ума схожу здесь. Капец. Мы тут уже... Сколько мы тут? Наверное, дней 100? Я даже не знаю. Да. Задолбали они издеваться над нами. Больше, думаешь? Ну да. Я уже просто сбился со счету. Я считал. Короче, я реально тут уже схожу с ума. Капец. Если бы тут еще, знаешь, вот были вот такие мягкие белые стены, то я бы точно уже кукухой поехал. Да. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. У нас хотя бы тут еще чайник есть, типа печка, там ведро с водой, условия какие-то, да? Но опять же, это не... Это их не оправдывает. Нас посадили ни за что, блин. И держат тут уже фиг знает сколько. И вон они там, видишь, стоят, что-то делают. Вижу, вон, где-то там лазят. Даже еду нести не спешат. Короче, да. Что такое? В смысле молчать? Ты смотри, блин, а? Молчать, говорит. Даже не сказал, за что посадил нас сюда, друг называется. Короче, давай я сейчас, знаешь что, я больше не могу. Давай я использую свои админские возможности, сейчас взломаю сервер и выдам нам креатив. И будем издеваться над ними по полной. Давай. Согласен, да? Согласен. Так, сейчас. Давай. Я пока посмотрю на шухеры. Опа, смотри. Че? Опа. О, подожди, у меня тоже что-то появилось. Я теперь, короче, в креативе. А? Смотри, опа! И все, и меня нету. О, ты тоже включился. Короче, ханаем сейчас. Давай свои копии поставим здесь. Давай! Выдаем себе, значит, креативный инвентарь. Ты пока патрулируй, а я на вас скорее. Быстрее, я поставил. Опа. Я тоже. Так, смотри, фейковый енот и фейковый тюбик уже здесь. Пускай они думают, что мы тут как бы продолжаем сидеть. Но нет, если мы тут действительно будем продолжать сидеть, то мы реально... Поедем крышей. Так, согласен. Нам нужно выбираться отсюда. Я сейчас убираю, значит, фейкового нашего друга. И вот так вот делаем. Выходи. Вышел? Опа. Да, я вышел. Все. Это сюда мы вот так вот закрываем, убираем. И теперь нам нужно выбраться наружу. Где они? Вот здесь. Выходи быстрее. Я выхожу. Подожди. Опа. Вот, давай вышел. Быстрее. Я быстрее. Закрыл. Так. Ну, смотри, Нубик патрулирует, ходит. Значит, давай сейчас просто с ничего включим сирену. Эй! Давай, где? Побег! Что такое? Побег, говорит! Так, а ну... Кто здесь, стоять! Смотри, смотри, смотри! Тут? Я знаю, что вы здесь! Так, нормально! Оружие же взял, смотри! В смысле? Я закрыла, что ли? Чё там? Они в клетке сидят! Витал тюбик, нормально они, короче, это, ты испугались! Ну ладно, наверное, ложное, что ли? Да что такое? Так. Надо электрика вызывать, у нас с сиреной какие-то проблемы. Да, сирена. Я не шарю по этой теме, надо подождать. Давай посмотрим, что они дальше будут делать. Сейчас, короче, давай, опа, смотри. Давай. Фиалка зашла куда-то в какую-то комнату. Что опа. Тут с ней? Опа, давай так дверь откроем. Что там, за комната? Там душ, там душ. Душ? Ну-ка, ну-ка, да. Ну-ка. Опа. Нубик пытается узнать что-то по поводу, значит, вот этой вот штуки. Давай возьмем сейчас вот такую тему и бабахнем его током. На! Что такое, блин? Что там такое? Так, я сам есть не буду, меня током только что фигануло. На! А ты не лезла? Это ты что ли зарядился? У меня вообще... Кто меня ударил? У меня вообще в руках ничего нету. Нормально, током бабахнуло. Да, надо как-то поаккуратнее быть. Слушай, енот! Лети сюда к слизи, тюбик, лети сюда. Не понимаю, фигня какая-то. Значит, смотри, давай сейчас... Так, смотри, он пошел стол проверять. Сидите тихо тут. Сейчас, короче, пошли в другую сторону. К воротам. К воротам давай. К воротам давай, я уже возле них. Да, а Нубик здесь. Так, ладно, сейчас мы подождем, пока он отсюда уйдет. И давай сделаем здесь, короче, дыру в заборе. Давай. И типа был побег, понял? Давай, так, ну-ка. Давай. Вот так где вот здесь. Ты хочешь сделать? А, вот давай, здесь, смотри. Вот здесь. Давай. Вот так вот делаем. Оп. Опа. Такую о, нормально. Большую. И давай вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Что ты наделал? Что? Смотри, я походу здесь это... Стена побег! О, свалил, так. Опять побег, что ли? А ну! Я пока сюда строю! Куда идите? О, смотри, баррикадируют. Тюбик, заходи вот на крышу здания слева, какого понял? Какого черта происходит? Так, я буду проверять. Веревку бери. Стены. Бери веревку, ловушку сейчас сделаем, понял? Давай. Кто им поможет? Так, смотри, давай сделаем ловушку на... О, внутри, короче, наших камер. Если, короче, он зайдет вот так вот, понял? Заходи сюда быстрее.
Так, вы отсюда не выйдете, понятно тебе? Я же в камере. Ну, не в камере, а здесь. Так, сори. Понятно тебе, говорю, сори. Так, давай, все, ставим ловушки здесь. Ну-ка. Я слева ставлю, а ты справа ставь возле двери. Опа, все, поставил. Так, нормально, давай, ставь. Я ставлю, подожди, у меня ставится. Давай, быстрее. Все, нормально. Так, сюда залазь. Опа, подожди, это в душ, блин. Так, давай тогда выйдем в другую сторону. Давай вот сюда выйдем. Опа, выходи. Вылез? Ты где? А, я видел. Сейчас через выхожу. Дырку сюда. Фиалка, тихо, тут фиалка. Тихо, я тихо. Я смотрю, это, забор. Обалдеть, забор? Ты вылез, да? Ты вылез? Да. Так, нормально. Она почти увидела эту дырку, блин, но нет. Прошла мимо. Что-то я уже, блин, подустал. Подустал, говорит. Ты можешь пойти поотдыхать, а я пока буду патрулировать. Ну хорошо, я немного пойду отдохну. Если что, буду кричать. Хорошо. А? Я сейчас забайчу фиалку, смотри. Свет выключился, тревога. Свет выключился. А я свет выключил. Что происходит? Мне кажется, они сейчас сломали. Смотри. Так, попался. Я связан. Нормально. Что за фигня тут происходит? Эй, вы, фиалка, кто тут был? Фиалка свет включила. Я закрыл дверь, смотри, сейчас фиалка, зайди, ты опять попадешь. Чего молчите, кто, говорю, в ловушку тут поставил, а? Да никто не ставил там ловушку, что такое, что ты хочешь? Мы с тобой не разговариваем. Друг называется. Появилась и появилась. Сами тут наставили всего. Так, надо не забывать время от времени тоже как бы подавать признаки жизни, а то они заподозрят, что тут как бы куклы. Да что такое? Так, нормально. Сирена, короче, до сих пор орёт здесь, нормально. Все, выключаю. Сирену. Опа, все. Так, хорошо. Надо утром электрика вызвать. Тюбик, давай, иди сюда, где лавочки. Где лавочки? Ага, я возле них. Ломаем вот здесь вот и сделаем сейчас здесь набег бандитов, понял? Давай, а я знаю, что еще можно сделать. Да подожди, ничего не делай пока, ничего не делай. Смотри. Эй, вы откуда тут? Обалдеть! Капец, он перестрелял их всех! Вторая волна бандитов! Вторая волна бандитов! Ой, это мы! Захват тюрьмы! Никто вам не поможет здесь, понятно? Так, смотри! Фё, кто? На тебе! Давай сейчас еще! Я тут их лодки сделал! Нубика! Нормально! Капец, смотри, они отбиваются от бандитов! Вау! Так, я так понимаю... Что за фигня здесь происходит, я не понял. Им понравился этот приемчик, да? Смотри, тут с автоматами даже бандиты. Обалдеть. Так, ну-ка. Подожди, сейчас тут лежало кое-что. Так. О, молодец, Нубик. Что он тут берет в ящике? Он что-то берет в ящике, слышишь? А ну! Он автомат достал. Нифига себе. Ничего себе. Кто тут еще? Выходите, давайте. Смотри, тут лодок я еще кучу наставил. Никто вам не поможет. Они типа на лодках приплыли. Так, неплохо. Кто тут? Кто здесь? Слава, фиалка! Опять здесь! Ё-моё! Это они сделали! Фиалка, давай! Не успевает, смотри. Эй! Какого чёрта происходит? Все. Ого! Он додумался в лодку сесть. Да видел. Но у него не получилось. Да, так, нормально, смотри, баррикадируй. Что происходит в этой тюрьме, я не понял. Заложили, говорит. Что здесь происходит? А ну, отвечайте быстро. Да ничего не происходит, мы сидим здесь уже, фиг пойми, сколько дней, что ты прицепился к нам? Мы там уже успели договориться. С кем? Ты что, совсем что ли? Мы тут вдвоем сидим. Я знаю, что вы с кем-то договорились. Ни с кем мы не договаривались. Бандиты несколько раз носили уже. Какие бандиты, вы о чем вообще? Енот. А, чего? У меня есть кое-что интересное. Давай, что такое? Так, сейчас увидишь. Давай, говори. А я сейчас белого медведя сюда засуну. Давай, засовывай его сюда. Опа, фиалка уже видит их. Смотри. Так, нормально, прогрызли. Ты там где? Смотри, медведи стоят. Фиалка в заборе. Что это такое? Пока они там занимаются, тюбик, давай к слизи быстрее. Фиалка, давай, я уже здесь. Фиалка, так, смотри. Это тебе. Делаем вот так вот. Копай вот туда туннель вот такой, окей? В два блока. Давай, быстрее. Да, давай, быстрее. Опа.
Опа, опа, опа. Так, опа. Здесь... Я так понимаю, такие рейды будут еще, судя по всему. Ага, только что буду, буду. Делать с медведями? Да, ниже надо, ниже. Так, не знаю, что с медведями делать. Да, чуть-чуть давай, вниз надо спуститься, вот туда. Давай, 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 опа. Сейчас сделаю. Опа, так, вот так. Там вот опять так. Вода, подожди, еще надо. Закладывай, закладывай. Да, 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 углубляйся. Сейчас я сделаю. Что такое? Что вам надо? Вы ложитесь, а? Ну потому, чтобы неудобно. Мы тут... не спим, это что здесь такое? Тихо, тихо, не копай. Да, смотри, смотри, смотри. Копает. Возле копает. В прямом смысле, здесь кто-то попытался дорогу железную проложить. Так, я здесь, возле складов. Я только что с ними вот в камере разговаривала. Давай закроем сейчас. Да подожди, стой. Эй, лава! Откуда здесь лава? Смотри, он не может идти. Так, фиалка ищет. Смотри, там медведь гуляет. Так, Нубик погребен под слизью теперь, под лавой. О, фиалка нашла. Так. О, фига, тут происходит, там кто-то лаву разлил. Ну-ка, да ну-ка, я ну-ка. Вижу. Да. Смотри, медведь. Кого? Нормально такой побег устроили здесь. Так, давай сейчас, знаешь что? Давай этот суеты наведем у них тут. Смотри, я... Ай-яй-яй-яй! Сюда! С винтовками в броне! Нифига, это что, спецназ какой-то пришел сюда? Да! Это смотри, вас... Слушай, говори, говори. Смотри, смотри, я сейчас возле сирены кину, короче, кирку просто. Опа, вот так вот. Сейчас посмотрим. Да, заметят они кирку валяющуюся или нет возле сирены. Так, по-моему, Нубик сейчас заметит все-таки. Опа, да, он заметил. Здесь кирка? Так, так. Я не оставляла. Я не понимаю, кто сюда пытается пробраться и зачем? Уже так вы не заполучите никого, они будут здесь сидеть в два раза больше из-за вас. Так, ну-ка, 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 смотри. Смотри, какой он умный. Он, блин, нас тут пытается на все время оставить, что ли? Но он даже не знает, что у нас есть админские права, поэтому как бы да. Да. Кто вас здесь пытается освободить? Вы здесь будете вечно сидеть, понятно теперь из-за этого? Так, сейчас подожди. Это еще что такое? Он увидел, так. Что? Да. Что-то яму сделал. Он увидел, он увидел. Ты не заложил, что ли? Нормально, нормально. Так, смотри, смотри, смотри. Что происходит? Туда? Они пытаются... Попадают блоки. Понять, что происходит вообще, а? Ой, ой. У меня, короче... Он так как-то осыпается. Так, надо его в яму быстрее. Да кто здесь? Давай, 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 давай. Нормально, Нубик вообще не понимает, что происходит. Я вроде зала... Ай-яй-яй. Так. Ай-яй-яй. Смотри, смотри, смотри. У меня, короче... Какие-то силы. Так, нормально. Смотри, у меня, короче, у меня появилась еще идея одна. Мы сейчас возьмем вот такую вот штуку. Мы сейчас нажмем. Смотри, возле ворот поставлю, короче, вот такой вот динамит. Смотри, опа. О, не знаю, что он сделает. Все, поехали. Опа. Что пикает? Слышишь? Возле ворот, смотри, динамит. Бегом, бегом, бегом. Что случилось? Динамит, ложись. А, динамит. Заметили? Подожди. На. Ходи туда. А ну кто здесь? Выходите, вы будете убиты прямо сейчас. А! Так. Вот здесь. Еще убью! Один. Я вас уничтожу всех. Опа. Вот так вот сейчас сломаем здесь. Больше нет. Все, его расщепило, короче. Да. Опа. Фиалку туда. Толкай, толкай, толкай. Фиалка, не лезь. Покупалась. Меня покупалась. Не лезь туда. Что за фигня? А, он забрал ее. Блин. Да. Ладно. Сейчас мы что-нибудь еще придумаем. Так, смотри. Что происходит? Я не понимаю, что это такое. Они вроде в камере сидят. Сейчас мы устроим им газовую камеру. Кто-то пытается их освободить. Газовую? Давай. Кто? Так, значит, берем такую тему. Кто-то пытается их освободить. Что ты тут гуляешь? Вот так вот. Опа. Он медведя вынес. Что это? Вынес медведя? Аккуратно. Газ, они управляют. Они хотят сбежать. Газ везде. Прячься в здании. Включаем сирену. Выключаем свет. Слушай, я не понял. Нет света, сирена включилась. Я не вижу. Так, тихо, звери к нам бежит, походу, не? Не, не бежит. Сейчас Тюбик тебе что-нибудь сделает, давай посмотрим. Да что такое? Что ты приходишь постоянно к нам сюда? Кто освободить, ни у кого не получится это сделать. Вы здесь навечно. Кто пытается освободить? Молодец. Звери вообще не понимаю. Ёлка, аккуратней, прячься от газа. Хорошо. Да вижу, вижу, а они здесь, короче, видел, вообще свет, не понимают, что происходит. Нет. Нормально, мы тут, короче, прям устроили нормально такую Динуар, атаку смотри, на тюрьму. А! Кошмар какой! Чё, дай, где мне, ты? Вот. О! Давай, давай, подожди. Смотри, садись, давай, летай, летай, летай! Девушка! Откуда она здесь? Вижу. Стреляй по ней, стреляй по ней! Разгрела что-то! Давай, да что ты наделал, тебе? На вертолёт заводят! Вылези ты с неё! Они хотят бежать, сирену включают! Я всё понял. Вот там!
Стреляй в воздух! Я сделаю вот что. Да подожди ты. Давай я сяду. Давай сяду. Давай, давай. Типа на шесть. Так, нормально, полетели. Садись рядом, скидывай оттуда. Она вам не поможет. Давай, 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 давай. Скидывай оттуда что-нибудь. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вертушка улетает. Так. Будем вот эти блоки скидывать. Нормально, нормально, нормально. Мы со всеми справились. Разворачивай. Так, 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 так. Смотри, вертуха летает еще здесь. Вертолет! Вертолет! Где он? Где он? Так, тихо, тихо, тихо. Как же ты выбрасываешься оттуда? Нормально. Блоки или что? Все, давай улетаем в эту сторону куда-нибудь. Опа, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вот так вот. Опа, сюда. Сюда и вот так вот. Садимся здесь. Это динамит какой-то. Где вертолет? Он улетел. Вообще ничего не понимает. Так, у меня еще появилась одна идея. Значит, смотри. Сейчас тебе выдам, короче, одну штуку. Так. Бери вот это вот. Давай, опа. Подожди, а я отлетел. Вот, вот это вот. Безопасный я режим включай, короче, чтобы ничего там не случилось я такого. Безопасный. Подожди, а ракеты нужны ему? Так, ракеты не нужны. Нормально все будет. Так, погнали. Сейчас, короче, сверху устраиваем бомбардировку. Ну-ка. Давай, пошли! Ракеты! Откуда? Опять что ли? Так, мы, короче, типа, Нубик, может быть, постоянно выпустим, атакуем никто тюрьму. Никто никуда не выпустит никого. Нормально, нормально. Что происходит такое? Саня, прячься в здание какое-нибудь. Так, смотри, я предлагаю сейчас, короче, куда-нибудь. Они прячутся, смотри, смотри, смотри. Так, фиалка сейчас где-то спрячется, наверное. Опа. Давай, давай, давай. Пускай она заходит. Пускай заходит, подожди, пускай заходит в здание. Стреляй рядом просто. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фиалка, прячься быстрее, давай сюда, ко мне. Давай сюда, сюда, сюда. Я бегу, бегу. Давай, давай, давай. Ой, ой, ой. Опа, все, зашла, зашла. Так, все, не стреляй, нормально? Все живые? Так, хорошо. Нет, двоих попал, ты тюбик. Давай сюда. Так, смотри, значит, давай теперь мы забираем наших клонов. Так, сюда быстро вот так забираем. Давай, давай, давай. Так, где штучка, чтобы забрать? Ой, я не туда зашел. Я забрал. Я забрал, не переживай. Вызывай, скорее, скорее вызывай. Опа. Выключаем сейчас, значит, сирену и свет. Опа. Опа. Опять сирена. Сейчас посмотрим. Смотри, бежит уже, ну бежит. Уже бежит, да? Я выключу. Все нормально. Проверяй их скорее. Типа мы сбежали, короче. Они свалили оба. Оба свалили. Быстрее в погоню, вызывай подмогу. Подмогу надо вызывать. Ага, в погоню. Ага, короче, тюбик, полетели отсюда, а больше мы не в этой тюряге. Пускай они здесь сами ошиваются.